Всем привет! Сегодня очередная распаковка китайских товаров. Вот такой дохленький пакетик пришел. И вот такой побольше. Об этом чуть позже. Посмотрим, что здесь за мелочевка. Вот какой-то он прожженный. Дырочка. Да. Проклевал что ли кто, не знаю что там, честно говоря, не знаю что там. Вот ремешочек я заказывал для часов, такой какой он приятненький. Такой он силиконовый, ширина ушек 18 миллиметров, очень хорошо, очень будет удобненько сидеть. Бляжечка тут такая, ну, вроде качественно, выставили быстро, молодцы, мягкий такой, приятный на ощупь. Ну, вот такая маленькая посылочка. Так вот, по поводу этой посылки. Здесь должен быть фонарик. Этот супер, как их называют, ультрафайер, что ли. Суперский фонарик. Заказал я его 21 января. Сегодня у нас 31 марта. Третий месяц шел. Я уже хотел спор открывать. Ну, думаю, ладно, подождем. Там срок доставки 90, почти сейчас все пишут 90 дней. Предохраняются. Посмотрим, что за фонарик. Так вот, колбочка специальная. Вот такая упаковочка, незамысловатая. Пакет пустой. Какой-то чулочек. Где-то плутал он по всей России. Там эти еще китайские их новогодние праздники попались. Может, из-за этого задержка была. Продавец и так и сяк умолял: подождите, потерпите. Ну, вот такой фонарик. Вот написано. Ультра Файер. Супер он какой-то популярный. Да и много уже видео про него снято. Так что я долго не буду зацикливаться на нем. Вот такой, знаете, металлический такой. Тяжеленький. Вот это. Набалдажник должен ходить. Ну, все. Вроде все движется. Заглянем внутрь. Что мне не нравится вот эта болтовня. Ладно. Это кейсик под пальчиком, мизинчиком, батарейки 3 штуки. Стрелочка. Мы ей пользоваться не будем. У нас есть вот такие аккумуляторы, заказанные тоже с Китая. На видео у меня где-то есть, кому надо, смотрите. Это оригинальные аккумуляторы 18650 Санью. Так, это, наверное, мы в колбочку засунем.
так, чтобы он там не очень-то вибрировал. Правильно ставил, неправильно, смотрим. Включаем. Вот так. Ну, светит, конечно, добротно. Меньше свет. Еще меньше. Стробоскоп. И сигнал SOS. Ну что, так нормально светит. Попробуем зумирование. Так он должен квадратиком. На расстоянии он должен быть квадратиком. Ну так оно и есть. Хорошо светит. О! Ну, нормальный такой фонарик. Вот его это. Т6. Светодиод тут стоит. Линза. Ну, светит хорошо, ярко. Нормально. Все. Долгожданный мой товар прибыл. Всего доброго всем. И пока-пока.